Никит! Никит! Забил. Давай, шамочка, давай. Миша, сегодня не тут. Никита! Весна! Что твоя игра? До конца. Печенье, Эрик. Ну там может быть потеря. Спасибо. 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 Спасибо.
Почему неудачно? Любое поражение, оно дает много для себя ответов на вопросы. Тем более у нас на поле сегодня выходили даже ребята 2000 года. Команда состоит в основном из ребят 99 года рождения. А мы же еще играем в первенстве Украины среди ДФЛ. Мы играем в первенстве области. Вот сегодня даже в Марганце ребята сыграли. Вот они две игры. Им очень тяжело. А соперник на две головы сильнее, потому что ну, видно, что и рука тренера, и у президента день рождения подарок хотели сделать. Поэтому я считаю, что ребята мои, не могу им ничего сказать по поводу самоотдачи и желания. А мастерству, я думаю, что, если честно, то у нас как такого еще тренировочного процесса нет. Почему? Потому что мы вот только-только собрались и делаем команду. Это команда на перспективу, никопольская молодежь. Вот. И вот действительно сегодня даже у нас не было скамейки запасных в полном объеме, потому что 2000 год сегодня я играл в первенстве области. А те там пару человек, которые постарше, но они не усилили, а наоборот, как бы во втором тайме привезли нам пару мячей. Поэтому ну, ничего страшного. Я считаю, что эта команда создается на перспективу, чтобы были только никопольские футболисты, воспитанники никопольского футбола. Вот. Поэтому будем работать. И вот по таким играм же мы видим свои недостатки, их очень много. А Петряковка, я считаю, это команда уровня. Мы с ними играли на Кудрицкого. Я сказал, что это самая сильная команда, с кем нам приходилось встретиться на футбольном поле в этом году. И я скажу так, что видно руку Сережи Дерявко и Жени Фетисова, помощника. То есть я считаю, что у них будущее, и тем более я вижу, что там же ребята тоже играют 99-го года рождения, вот, молодые. То есть и это правильно. Почему? Потому что мы должны работать для того, чтобы молодые ребята играли и вырастали в классных футболистов. Поэтому я поздравляю соперника. Голову пеплом не будем сыпать. Будем работать, еще раз работать. По ходу игры сложилось так, как мы планировали. В целом мы готовились к этой игре, в принципе, как ко всем. Но мы ожидали, что здесь молодежь, так же, как и у нас, практически было интересно. Было интересно, как мы будем выглядеть с такой командой. Но в целом, в общем-то, установку на игру выполнили, поэтому все получилось. Есть какие-то, конечно, моменты, над которыми нужно работать, но в целом, в общем-то, целым результатом довольны. Тем более хотели поздравить президента, у него сегодня день рождения. Я думаю, нам сегодня это удалось. Честно сказать, мы опять же ожидали, что соперник будет играть ту игру, которую он, как правило, и играет. Мы смотрели игру со Скоруком. В общем-то, мы понимали, что опять же молодежь будет гнуть свою линию. Но нам только нужно было гнуть свою линию. В общем-то, в целом.